Смерть на 49-м году генерального директора холдинга «Сахамедиа» потрясла якутское медиасообщество. Кирилл Алексеев за короткое время поднял на новый уровень сразу несколько изданий. Под его руководством якутское «Саха-информационное агентство» стало лидером по цитируемости на всем Дальнем Востоке. Газеты «Саха-Сирая» и «Якутия» вновь стали ведущими изданиями республики. О жизни и работе энергичного лидера и дальновидного руководителя в сюжете наших корреспондентов. Новаторство и свежий взгляд на привычные вещи, желание изменить и поднять на новый уровень якутскую журналистику. Его стремления и идеи не всегда были понятны сразу, но со временем верные решения доказывали свою эффективность на практике. Он почти в одиночку, можно сказать, поменял весь медиа-ландшафт республики, подготовив к информационным преобразованиям. С его приходом основные средства массовой информации стали еще оперативнее, актуальнее и, главное, доступнее. С молодости он стремился все преобразить. Он был генератором идей и собирал вокруг таких же молодых и амбициозных, вдохновлял и вел за собой. Он был душа коллектива в этом плане. Был человек, который горел на работе. Кирилл, как бы для меня очень такая вот большая утрата. Тяжело еще просто в это поверить. В холдинге «Сахамедиа» начал реформу республиканских газет и сайта ЕСЯ. Добился того, что газеты «Якутия» и «Саха-Сирэ» стали современными и по-настоящему народными. Его по праву можно назвать одним из лучших редакторов своего времени. Я думаю, его начинание и его творческий такой задор, я думаю, мы продолжим его дело. Его идеи о модернизации и цифровизации СМИ вышли далеко за пределы холдинга. Он сумел вместе с командой собрать на единой информационной площадке районные газеты. Мы постараемся, я думаю, сделать все, чтобы его идеи, его планы, которые он вынашивал, которые не успел доделать, воплотить в жизнь или реализовать. Энергичный и жизнерадостный, он всегда был живым примером новаторства и дальновидности для коллег и сотрудников. Не боялся пробовать неизведанное и верил в светлое будущее якутской журналистики.